И что они будут делать? Если я сейчас появлюсь, они сразу начнут по бомбе стрелять, так? Да. А, ну все, давайте тогда, стреляйте. Не стреляйте! Это не я их взорвал, мы ее сами взорвали. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мистер Ликс, Форум, Флекс, Фриз, Гусанек, Пингвинус, Фуфло какое-то. Пацаны, поздравайтесь. Привет. МТВ, с вами МТВ. Всем доброго времени суток. Всем привет. Всем охаю. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас будет очень веселая и взрывная миссия, потому что пацаны будут защищать бомбу на карте Gravity Falls. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Обычно я играю за чужого, и пацаны должны очень постараться, чтобы защитить бомбу. Я буду вселяться и всех подряд мочить. Ну и надеюсь, они тоже будут меня мочить, даже больше, чем я их. Вы готовы, пацаны? Да. А я уже в доме, я уже продвигаюсь. Дима, знаешь, это как с хедкрабом будет. Ты думаешь? Нет, кстати, в хедкраба легче попадать. Чужой, он такой более маневренный. Ну да, он более мелкий. А, тяжелее будет. Кстати, закладывайся. Давай. Коробки и всякие это, стиральные машины туда. Да, только а спамнить приметы нельзя, только то, что на карте. Хорошо. Да, я уже знаю. И все ваши фи... Опа, пошел. Это первый был пробный, специально проверял, как вы играете. Подожди. Нормально, хорошо мочите. Патроны у вас есть, я уже это заметил. Давай Ликс. Че, где? Так, ребятушки, здесь есть лестница, по которой будет мне реально тяжковато подниматься, но я смогу. Дима, ты не пройдешь! А это мы сейчас с вами и узнаем. Да блин, да я уперся об стену, какой-то баг был. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с вами позаписывать и пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Так, все, это все. Самый лучший сервер. Ух, воздух! Это тоже я подался. Чё буду, ребята, каждый раз когда... Да не, ну я сейчас не буду подаваться. Сейчас уже все, пошутили и хватит. Сейчас я на серьезный чат иду. Так, давайте тогда попробуем по-другому. По-другому не будем этим же путем идти. Постараемся другим путем зайти. А тут другого путя и нет. Опа, по ступенькам никого нету. Это хорошо. Мы все в одной комнате, Дима. Вы там возле бомбы все? Да. Ну вы смотрите, если вы взорвете бомбу, проиграете, по-любому проиграете. Надо, чтобы... вам делать так, чтобы бомба не взорвалась. Не берите оружие, которое взрывается. Не берите оружие, которое взрывается. Берите миниган. Да откуда? Ну блин, это в этот раз я подался. Я специально ушел, чтобы тебя убивать. Да где ты там? Я вообще тебя не увидел. Ты что, в невидимке, что ли? Нет, я просто специально сразу... Так, давайте будем закрывать дверь. Если кто откроет дверь, я сразу услышу. Опа, строчильник пошел. А, это на другой карте, где можно залезть под лестницу. Смотри там. Ай, блин, а что, мне было видно за стулом, да? Да. Блин. Да. Ну, я уже не поддаюсь, ты уже шутил. На самом деле, я ни разу не поддавался. Ну, разве что первый раз. И все предыдущие ролики? Не, я обычно так говорю, чтобы как-то было легче на душе. Закрой, надо закрыть дверь. Так, хватит дверь, да. Он будет пройти. Он тут идет. Он во мне. Ты где, Фом? Три. Два, один, ноль, я на улицу специально пуск. Вышел. А всё. Что вышло, было убить себя базукой под ноги. Он, наверное, не знал эту фишку. Так, прописываем кил, чтобы я стал смертным, потому что, кто знает этот мод, когда я вселяюсь в игрока, я стою бессмертным. Да, все, я смертный. Ну что, теперь мне все лестницы нипочем, и я смогу взорвать эту бомбу чертову. Ну что, пацаны? Нет, идем сначала, пройди через нашу баррикаду. Давай. Сначала попробуй без невидимки. И не залазить, короче, в этот. Это, невидимость. Если залазишь, оно еще сквозь стену летает. Смотрите, вообще. Он идет. Не, ну это ты уже, конечно, образел. Если сейчас они меня убьют, то я уже в следующий раз, когда стану чужим, я буду в невидимку залазить. Ой-ой-ой, страшно. А, тихо! Ой-ой-ой! Извиняюсь. Нифига себе, мне пол жизни вынесли. Тут лестницы, все падает. И как мне вот эти штуки пройти? Иди, куфлик, не стреляй. А! Своего убили, молодцы! Сейчас, ждем. Открывай дверь закрывай. Опять, да? Ну хорошо, пацаны. Спасибо. Ты очень. Но это же чужой, он может хватать.
А, блин, закидали красные гранаты. Смотрите, я реально не пройду. Я знал, что не будешь заходить по лестнице и всех замочу. Ты не пойдешь. Опять, смотри, уже ближе граната, уже ближе. А как я теперь выйду отсюда? Ого, аж лестница отталкивается. Нифига себе. Ого, смотрите, порятся аж предметы. А что так много здесь лишних предметов? Они так... Все, убили, лох. Отлично, отлично. Он вселился в кого-то, я слышу. 5, да? 4, 3, умирайте. 2, 1, 0. Есть. Пингвинус, ты что, не увидел, что я был в тебе? Так, прописываем килл опять. О, нет. Так, теперь я попробую с вентиляцией. Так, давайте посмотрим вообще, что они там делают. Тихо, тихо, тихо. Вот бомба, ребята. Вот бомба. Вы что друг друга мочите? Ого, они там набросали гранат. Нифига себе. Вот, не стреляйте, прислушайтесь внимательно, прислушайтесь. Тихо, тихо, тихо. Он тут, он тут, он тут, он тут. Он бомбу активировал. Тихо, тихо. Вот теперь будет сложно, вот теперь будет сложно, пацанам. Ну что? И что они будут делать? Если я сейчас появлюсь, они сразу, значит, по бомбе стрелять, так? Да. А, ну все, давайте тогда, стреляйте. Не стреляйте. Это не я взорвал, мы ее сами взорвали. Молодцы. Вы могли бы реально меня убить. Я ж не могу ее никак взорвать, только с помощью ваших пуль. Понимаете, у меня нет оружия, нет. Все, сохраняю опять карту. Ой, загружаю. Все, и начинаем еще. Давайте, залетаем. Так, ребятушки, первая попытка была... С третьего раза, да, у меня получилось? Да. Три раза я умер всего-навсего. Да. А, нет, нет, на распятого. Второго, что... второго. Нет, пять раз вы меня убили где-то. Или четыре, или пять раз. Ребята, напишите в комментариях, сколько раз меня убили. Вроде четыре. Да, вроде четыре. Ну, это была хорошая попытка. Это прям, знаете, уже натренированный был. Четыре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я считать теперь не буду. Я вселяюсь и не буду отчитывать время. Ну что, усложняется, ребята, у нас. Слушайте, тут надо слушать, тут надо слушать. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ребят, давайте коробки, коробки туда. Сбаррикадируемся, чтобы не так, прошел. Сюда. Я слышу, он на улице бегает. Я на улице, бегает. Я на улице, да. Он не на улице. Он на улице. Вот он. Да блин, да что у тебя. Дробовик хорошо, да, мочить, я так понимаю. Дробовик просто великолепнейшее оружие. Так, я не буду туда бежать, он чекает там проход. Давайте. Задний проход, короче, чекает. Давайте через передний проход. Давайте все-таки попробуем сюда. Вдруг получится. А где ты? А, я думал, он тут стоит. Так ты хитрый. О, я здесь в офисе посижу. Дима, я выехал. А! Да блин, я не успел даже... Ты что так хорошо стреляешь? Ну вот так. Он просто тренировался. Всю ночь сидел, тренировался? Да, я всю ночь убивал пауков с дробовика. Все, все. Он в доме. Все, все, хватит, хватит. Есть, есть. Нет, это не угадал, он другой. Кто? Другого? В смысле? Да блин, я хотел обмануть со спины и зайти! А ты подумал, Гусанёк, что я в тебе? Иди в офис. Я понял, ты во мне. Он тут, он у тебя, фон, где-то. Вон он. Ай, 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 попал, попал по лапкам. Да блин! Да вы видели, насколько это быстро был выстрел? Это просто, ты что, заранее стреляешь? Да, зачем мне... Это да, блин. Ты думаешь, он не умеет стрелять? Да все, а вот сейчас все, все, я уже не поддаюсь, ребята, вот сейчас прям играю сильно, жестко, мощно. Да ты это 5 минут назад говорил. Ну что вы, что вы, что вы, пацаны, быстро вышел с класса. Он тут где-то бегает. Да что у вас за... Да блин, у меня мало жизни и очень... Что с этого? Так, я попробую сейчас еще раз на этот, на пролом. О, грибочек. Вот и мне грибочек. Вот это прикол. Нет, нет, он не во мне был. Ребят, Дима к нам за хэдкраба никак не сможет пройти, поэтому не стреляйте. Он где-то тут. Тихо. Вот он! А! Блин, да откуда? Да ё-моё, ну как меня видят! Я очень хочу их убить, но очень сильно! Есть! Ресетайся. Он меня тасками, походу. А вы не видите, мой труп там лежит? Нет, он живой, он живой.
Ты че патроны тратил зря? Да, они у меня бесконечные. Ага. А ты, блин, уклонился, молодец. Ай, машина не новая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая нычка прекрасная. Под машину. Смотрите, смотрите. Да как? Ого, ж машину подвинула, вот это вы гасите. Дима, мы, короче, с призом тебя гасим. Хорош. Да, ну даже прыгнуть не дают. Ребята, вот честно скажу, вот если даже вот у вас будет возможность, попробуйте так поиграть против чужим, против семерых психов с дробовиками и пулеметами. Ну, Дима, ты после профессионалов набрал. Он в доме, он в доме, он в доме. Так, не открывайте дверь, ни за что нас ушить. Ай! Блин, подстрелил мне лапы, я даже прыгать не смог. А тут такое возможно, кстати? Лапы подстреливать? Нет, нет, невозможно. Но я не успел! А что ты хотел, ребята? Сложность повышается! Ты хотел, чтобы было легко? Пацаны, срочно к вам идет. Все, так, все, все. По вентиляции, готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь! Не стреляйте только в... Так, интересно, что они сейчас будут предпринимать, когда я уже здесь внутри? Зачем вы взорвали бомбу? Это не я в Диму стрелял! А кто стреляет? Вот это угар! Если, ребята, поддержите лайкосиков, постарание мое и пацанов. Так, ну что, последний раунд, решающий. Ничего не видно от взрыва, просто все в дыму. А мне это на руку. А мне это на руку, что пацаны ничего не видят. Я знаю, ты где-то здесь. Не видно, да, пацаны, ничего? Да вообще, ты куда-то успел пухнуть. Блин, а я же нажал кнопку перерождения. Не успел. Не успел, не успел. Я предпринял. Ай-яй-яй, в воздухе. Че у вас за пулеметы с автонаведением? Че что у вас? Я не понимаю. Он в лесу, он в лесу. А в лесу как пахнет деревьями. Да как ты через бревно убил? Вот как? Ты прыгнул. Хорошо, хорошо. Пока пацаны там отвлеклись, я пойду в дом. Смотри, в воздухе уже не втекал. Ача! Ача! Ай, что? Умирайте, умирайте. Не успел, не успел. Почему я успел? Это твой, Дима. А, успел он? Да, я успел. Ну хорошо, все, все, беру маленького, беру маленького. Опять? Да, я в принципе, я заметил, что я умер и уже взял чужого, когда был мертв. Да, если а вы все на улице решили даже не дать мне в дом зайти? Хорошо, я, да. Уже, я уже в доме. Вы в доме сидите, пожалуйста. Я уже в доме, и закрыть двери, чтобы вы не заходили. Ничего, зайдем. Ликс, готовься. Я заныкался, я заныкался. Он да блин! Так, да, зараза! Опа, отлично, отлично, отличная нычка. Так, выжидаем жертву, ребята. Жертва сейчас к нам сама придет. Ай! Да блин, нет. Хотел калитку закрыть, и когда калитка... А, он сзади был. Нет, это был перед тобой. Он стрелился. А ё-моё, да как... Да вы сговорились, что ли? Как мне играть, если вы психи? Да ты профессионал набрал. Так. Ай! Да короче, вообще на улице нереально выжить. Да ну как? Дайте хоть возродиться и убежать. Блин, это жесть просто. Да смотри, да все, я улетаю, я манал, и вы мне не даете никакого шанса, я буду с другой части дома начинать. Бедный Дима, спаун в одном месте еще, заразы. Так, тут темновато, давай, кстати, они меня в темноте не увидят. Почему увидим? Хорош, тут хорош, сорян. Хорошая он тактика. Он тут, вон он, я понял. Хорошо, простреливайте, простреливайте, давайте. Ранили, ранили. Да ну да, блин! А как ты меня увидел? Я залез туда, вниз. И включил фонарик. Ну, где друг друга убил. А блин, шаром придавило. Лес, не бей такую обувь, если ты дома будешь. А то она бомбу забила. Ай, да смотрите, никакого шанса вообще нет. Да смотри. В доме, он в доме. Идите бомбу. Я по лестнице уже поднялся. Ха, там никого нету. Ну что вы будете? Я возле бомбы. И что вы будете? А я не могу он ничего врет. Сделать этой бомбе. А он не возле бомбы, он врет, он врет. Ой, где ты так поймал? Он бы не прошел к бомбе никак. Мы забаррикадировались с этими. А, ну да, точно. Я же забыл, что вы... Он куда-то вселился, видимо. Умирайте, умирайте, умирайте. Где умирать, срочно.
Суслик, он в тебя, значит. Ха-ха-ха, не угадайте, в ком я. Не в ком. А, не в ком, не в ком. Вот он. Ай! Блин, ну пацаны прям лихо стреляют, скажу честно. Прям профессионалы. Да, я, зачем ты профессионалов набираешься? Блин, а жизнь у меня вообще 2 хп. Это что, у меня сейчас муха сядет, и я умру? Нет, а ты пошевелишься и умрёшь. Но я уже это делаю и не умираю. Там, я видел, фуфлик там это, подорвался. Красиво, со где он крутишь. Живой, я где-то на... Фриз, он, фуфлик, он у вас там где-то за деревьями, вон он. С окна стреляю. Ты, я кончик. Ай, попало, кто? Ай-яй-яй. Я его с окна увидел. Он в доме, он в доме. Фуфлик, привет. Ага. В доме. Он вот подселил. Все, 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 ребята, ну вас нафиг, я прописываю килл. Бомби, быстро. Я прописываю килл. Фить, ну вас нафиг. Так, ну что, а теперь я иду к бомбе. Ай, да что там. Так, попробуй через главный ход пройти. Что у вас там вообще? Много ящиков вы набросали? Отойдите все срочно, отойдите, отойдите, отойдите. Так, а форум чекает лестницу у нас, крадает гранаты. Тут у нас что навалено? Холодильники, ой-ой-ой, как у меня жизни тратятся? Я же был в вентиляции, жизни тратятся. Да, ты что не знал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, попадаете. А как пройти? Вот как? Да гусанёк, ну чё ты меня уже наизусть выучил, да? Блин, я не могу пройти никак. Он тут, он тут. Он тут. Тихо. Я показался. Не стреляйте, да? Не стреляйте. Если вам бабу, просто умираете, не стреляйте. Это последняя попытка. Если я сейчас проиграю, то вы выиграете эту катку. Вообще, весь этот ролик. Если сейчас вы взрываете бомбу, выиграю я. Это будет по-честному. Пожалуйста, не надо. Третий решающий раунд. Вообще. Я бомбу не взорвать не могу. Смотрите даже на бомбу, вообще не смотрю. Он ее активировал, все тихо. Он ее активировал. Я ее активировал. Так, 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 так. Не стреляйте вообще. Не стреляйте вообще, пацаны, вы же должны выиграть. 7-1. Да, понятно, что у меня было очень много попыток, но. Их 7, я один. По-другому с ними никак, это еще очень наигранные шестеро. Игроки. И моих 7. Ну я 2 не считаю, я на улице. А, ну да, по факту. Не ай, надо. Чикнул! Это моя кровяша из жопы! Надо у них найти и так убить. Нет, он... Тихо-тихо-тихо! Да вы не убили бомбу, не взорвали никак! Кто по бомбе стреляет? С ума сошли? А вы не попали по ней, она уже взорвалась. Главное мне случайно не попасть. Он тут, он тут, он тут. Слышите, да? Да. Ребята, решающий момент, решающий. Таня! Ай-яй-яй, вы ранили. Вы не попадаете по бомбе, вы не хотите? У него 600 хп. А мы аккуратные очень, мы аккуратные. У меня жизни мало. Он когда вентиляция, он вроде хилится, нет? Да. Он вентиляция. Ай! Блин! Что? Это очень сложно. Тихо, тихо. Я его слышу. Ну, смотри, не бейте, не. Все. Все, все. Все, пацаны, вы победили в этом ролике. Это было настолько классно. Вот мне понравилась эта серия тем, что вы очень старались и не взорвали в третий раз бомбу. Я считаю, что сегодня команда, которая защищала бомбу, они проиграли. Ой, они победили. Молодцы, молодцы, пацаны. Это было очень красиво. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Все, залагало. Ты сейчас...